В общем, был сегодня в букинисте и купил вот такую книжку. Курс военного перевода. Английский язык. Спажева и Филиппова. Военное издательство Министерства обороны Союза СССР. Москва. 1962 год. Но это первый том. Второго тома не было. Отдал за эту книжку я 99 гривен. Конечно, она бэушная, потрепанная. Тираж. Если увижу. Так, ну. 9500 экземпляров. Ну, что меня обратило это мое внимание. Всякие интересные картинки. Ну, не в этом суть. А обратило мое внимание надпись подарочная. Курс военного перевода. А подарочная надпись гласит: «Дорогий брате, чужого навчайся і свого не цурайся. 25.11.62 года, місто Одеса, Василь». Но что меня смутило? А смутило меня, что это написано шариковой ручкой. Видите? То есть это не чернила, а шариковая ручка. А насколько я помню свою молодость, шариковые ручки в Советском Союзе появились в середине 60-х годов. Ну, это было массовое производство. И вот я долго решил провести вообще вот это как расследование. Могла ли быть эта надпись сделана в 61-м году? Нет, 62-й год. Ой, 25.11.62 года. И были ли в Советском Союзе шариковые ручки? Неужели это какая-то была военная академия, и там уже были раньше шариковые ручки, которые, в принципе, они были уже в военно-воздушных силах Британии раньше. Ну вот. И что я сделал? Я зашел долго. Да что за фигня? Гуглил и нашел, что пиратская это использование шариковых ручек в Советском Союзе началось с 1949 года. Вполне возможно, что шариковые ручки уже были, и ими пользовались всякие разные курсанты. В общем, ну, в 1962 году. Не знаю, может, кто смотрит и кто помнит, когда вы впервые в руках обнаружили шариковые ручки. Потому что надпись как бы сначала как бы выглядит, что это фейковая. Вот такое интересное приобретение с надписями. Ну а книжечку надо почитать. Может пригодится. Тут еще интересного. Тут с переводами, и этот, и с заданиями, и эквиваленты, и сленги, и всякие вот, типичная коммуникационная система подразделения США. На троллейбусных остановках в городе Николаеве заботятся о населении. Поставили ли пепельницы. Но только они не подумали, что когда дождь, набирается вода. И бычки могут падать на землю. Но дождь был маленький. И сейчас воды не так много. Они еще в чашке.